Здравствуйте, настоящие белорусы! Меня зовут Александр Осенко. И сегодня, как обычно, в нашей программе мы раскроем рецепт жизни одного из нас. В гостях у нас сегодня ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Анатольевич Богуш. Пойду встречать гостя. Здравствуйте, Вадим Анатольевич. Здравствуйте. Проходите в нашу импровизированную кухню. Часто отдыхаете на природе? Не могу похвастаться, что у меня это системное мероприятие, но иногда бывает. Очень люблю. Ну вот и у нас побудете в гостях. Очень приятно. Спасибо за приглашение. Всегда рады видеть так наш фирменный фартук. Спецодежда, инструктаж по технике безопасности, да? Значит, у нас есть доски, у нас есть ножи. Главное, аккуратно и не отрезать себе пальцы. Есть, принимается. Так, блюдо сегодня мы будем с вами готовить. Жареная картошка с лисичками. Принимается? С удовольствием. Часто на кухне? Бывает. А как сами готовите? Ну, готовлю реже. А метод для снятия стресса знаете какой? Какой? Посуду помыть. Ну, тоже хороший вариант. Может, еще и пешком ходите? Говорите, да. Думаете ногами? Да, но это происходит зачастую в течение рабочего времени. Тогда я вас буду привлекать. Так, я правша. Соответственно, я могу становиться так, чтобы... Так, вы становитесь здесь. Так, значит, вот наши лисички. Они уже отварные. Для того, чтобы они не обветрились, мы, наверное, их спрячем сразу в холодильничек. Да, конечно. Потому что с грибами надо очень аккуратно. Вот, значит, у меня тогда просьба к вам. К луку как относитесь? Нормально, но... Нормально? Да, конечно. Вот это тара. Это наша бульба. Вот лук. Угу. А я подрежу пальцы пока. Все время на работе? Ну, часто. Науке? Наука – это роскошь, но очень хорошо, что сейчас получается ей уделять внимание. В министерстве это было практически невозможно. А что заканчивали? Ну, поступал в Минский радиотехнический институт, окончил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Знаете, я в свое время мечтал поступить в Минский радиотехнический институт. Не сбылась эта мечта. Все дело в том, что у нас в Новополоцке тогда начал работать техникум со специальностью микроэлектроника и технологии производства радиоэлектронной аппаратуры. Ну, круто. Да. Тоже круто. И вот... По завершению этого курса была мечта поступить в Минск. Но так получилось, что наш Полоцкий государственный университет принял такую программу, что ребят, которые заканчивают красным дипломом в техникуме, эту специальность зачисляют сразу на третий курс университета. Ну, у нас, в принципе, практически и та же практика так, сейчас есть. Что да. Мечтал о Минске, а тут оказалось, что по месту можно выучиться сразу, попав на третий курс. И экономия просто времени. Получилось так, что вот я туда и был зачислен. Только сейчас, это не третий курс, потому что мы не объединяем потоки. Угу. Сейчас эта интеграция делается через отдельные потоки. То есть вот о чем президент говорил, колледж, вуз, вот эта сцепка. Да, вот эта она, вот сцепка. Она, во-первых, не утеряна, она работает. Она прошла совершенствование. И вот эта схема, она была сложна тем, что первых два курса ребята после школы, все-таки у них есть своя специфика в траектории. Поэтому специальный учебный план делается для интегрированной вот этой программы. Он тоже короткий по срокам. То есть мы сейчас перешли уже на сокращенный срок подготовки. Ну и по факту получается... А сколько это сокращенный срок? Ну они же не на первый курс идут? Нет, они идут... на первый курс сокращенной программы. И весь срок сокращенной программы, вот мы сейчас переходим к тому, чтобы это было 3 года в заочной форме. Как вы оцениваете в этом году вступительную кампанию в СеВУЗ? Положительно я оцениваю. Вот, я, откровенно говоря, ожидал, что будет все-таки немножко ниже будут баллы проходные. Я вам честно могу сказать. Ну, у нас на программную инженерию проходной балл 385. Ух ты. Да, это много. В очередной раз подтвердили то, что мы действительно ведущие вуз страны, с одной стороны. А с другой стороны, все-таки востребованность специалистов в сфере информационных технологий. Расхватывают, как горячие пирожки? Ну, по распределению у нас своя специфика. Это в чем? Мы его проводим раньше. Мы его проводим в ноябре.
Вот, опять же, объясню тоже, почему мы это делаем раньше. Студенты, ну, вот о чем опять же говорил президент, но у нас эта практика давно достаточно работает. Студенты после третьего курса уходят на практику. Так. Вот, там они знакомятся с предприятиями не только с точки зрения там, понимания первого рабочего места, но и выполнения конкретных функций. То есть сразу же на рабочие места? Да. Ну, где-то их берут на работу, где-то их проводят практику. Угу. Но практика вот ознакомительная, чтобы понять, что это такое, она на первом курсе. Когда меня спрашивают, там, что я думаю по поводу того, что у меня студенты работают, я говорю, ну, для меня главное, чтобы они работали по специальности. Вот. И в этом случае мы идем навстречу с точки зрения даже корректировки там, графика учебного процесса. Я считаю, что это очень хорошо, когда молодой человек понимает, что он в конце концов после университета хочет и там, где он хочет реализовать. Там есть еще одно большое преимущество, которое заключается в том, что он работает на реальных проектах. Он себя чувствует уже востребованным в конкретном трудовом коллективе. А у вас какая первая специальность? Было непростое время, это начало 90-х. Вот, я уже говорил, что у меня молодость – это как раз все непростые процессы и фактически обретение Республикой Беларусь независимости, становление, выборы первого президента и так далее. И я поступал на факультет, ну, я закончил. Вот, в принципе, у меня золотая медаль в школе, поэтому я тоже поступал по льготе, я сдавал один экзамен. Вступительная математика это была. Вот. На факультете радиотехники и электроники специальность у меня радиотехнические системы называется. То есть я радист по первому образованию. Вот. Но научной деятельностью я начал достаточно рано заниматься. Там, со второго курса попал в лабораторию, а уже непосредственно к каким-то проектам начал привлекаться где-то с третьего курса. Получилось так, что уже к пятому курсу я начал совмещать радиотехнику с технологией. Диплом у меня был по СВЧ плазменной установке, вот, а кандидатская диссертация по композиционным материалам. А почему пошли в науку? Потому что интересно. Вот. Хотя, в принципе, задавали провокационный вопрос, ну, насколько наука должна там, обеспечивать уровень достатка. Ну, я считаю, что должна. То есть ты в сферу идешь не только для того, чтобы реализоваться, но и для того, чтобы заработать. Вы доказали вот, всем, что наука может быть сферой достатка? Себе доказал, по крайней мере. Просто потому, что это тот вид деятельности, который мне не то что очень по душе. У меня глаза начинают гореть, когда я говорю про науку. Это мне говорят люди, которые меня давно знают. Вот, говорит, ты когда про свою чиновничью деятельность рассказываешь, говорит, у тебя как-то не очень. Как только у тебя спрашивают про науку, у тебя начинают гореть глаза. Поэтому, ну, вот это... С детства хотели быть? Это науке. Моя душа. Или преподавателем? Ну, вы же сейчас преподаете еще. Ну, мечта, которая у меня была, так. Вот, это стать профессором. Вот. И я совсем по-другому вообще представлял профессорство свое, но, тем не менее, то, что... Интересно, как? То, что есть и сейчас... И почему? Ну, я не думал, что я буду руководителем. То есть тогда вот, когда я там был в школе и когда я начинал учиться, понятное дело, что университет, ну, институт на то время – это большая, разная организация. Позвольте, универы должен быть разным. Вообще не буду параллельно картошечку чистить. Давайте я тоже почищу, если тут… Да, да, пожалуйста. Да. Вот, универ – такая организация, которая должна быть разная, которая должна показывать разные сферы жизни. Мне было очень сложно, когда мне доверили первый коллектив. Потому что вот заведование кафедрой – это была моя первая такая руководящая должность. Я сложнее ее гораздо воспринимал, там, чем преподавательскую деятельность. А потом, когда я стал доктором наук, то меня начали грузить уже работой такой научно- или организационно-научной, организационно-руководящей там, и так далее. То есть... И преподавание? Да. Нет, вот то, что касается преподавательской деятельности, я начал преподавать еще во время обучения в аспирантуре. Я считаю, что это очень правильно. То есть вообще вуз – это наука плюс преподавание именно в такой последовательности. Наука плюс преподавание. Да, да. Потому что наука, на мой взгляд, первична для развития университета. Если ее там не будет, университет вырождается. Причем вырождается там, ну, в ПТУ, извините. Как развился БГУИР за 30 лет?
Ну, вы же помните, когда вы тогда пришли туда студентом и сейчас. С учетом всех внешних изменений, я считаю, что достаточно неплохо. Потому что у БГУИР есть свой вызов. Мы работаем в сфере, которая сейчас, помимо того, что оказывает максимальное влияние, она еще и, ну, вообще на экономические и социальные процессы в мире, не только в Беларуси, в мире, она еще и очень быстро изменяется. Можем мы печь микропроцессоры? Не печем и не собираемся. Сало подготовил, лук мы подготовили. У нас перестается. Технологично все. Я же инженер. Китай. Приоткрывали секреты? Там 20 лет тому назад Китай к нам приезжал поучиться. А как вы оцениваете сейчас уровень микроэлектроники в стране? Ну, можем мы печь микропроцессоры? Нет. Микропроцессоры мы не печем и не собираемся. Угу. У нас есть определенные школы, которые неплохого мирового уровня, я бы сказал, технологические. Но, ну, на мой взгляд, отечественная микроэлектроника должна развиваться в сторону гибридных решений. С кем сейчас сотрудничаем в этой сфере? Санкции на это влияют? Или сказал президент, у нас нет санкций? На самом деле их нет. Ну, смотрите, все зависит от того, что мы подразумеваем под санкциями. Если там движение денежных потоков, это нет, одна тема. Нет, я имею в виду развитие технологий. Это не санкции. Это технологическая перестройка. Технологическая перестройка определенных глобальных цепочек. Вот, поэтому понятное дело, что сфера микроэлектроники и информационных технологий, она приоритетная, самая, наверное, конкурентная в этой части. Ну, поэтому... я так скажу, Китай приоткрывает секреты? Я могу, ну, характеризовать это таким образом, что Китай сейчас вот в этой сфере становится драйвером мировым. Вот. А для нас важно, что мы работаем вместе. Так вот я про это и говорю. Вот наш опыт, там 20 лет тому назад Китай к нам приезжал поучиться. Первые проекты, это, в принципе, наши были наработки, китайцы их там изучали тщательно, так далее. Вот. Сейчас те научные задачи, которые мы с Китаем решаем совместно, это задачи уже топового уровня. При этом они и для нас новые, и для Китая новые. И это создание, по сути говоря, нового продукта наукоемкого, который мы вместе с Китаем делаем. Ну вот на уровне обывателя, чтобы было понятно нашим зрителям, вот какой пример можно привести вот взаимодействия вместе с Китаем нашей страны? Специфика нашего взаимодействия сейчас – это все-таки радиоэлектронная система, радиоэлектронные приборы. Поэтому очень многие вещи там связаны там, в антенной технике, в измерительной, в конструировании современных приборов мы делаем вместе. Что в перспективе? Ну, понятное дело, что искусственный интеллект сейчас для Китая – это одно из ключевых направлений. Поэтому здесь специалисты, мы там создаем условия, чтобы они контактировали, чтобы, по крайней мере, у нас информационный обмен был. То есть мы не на затворках технологий? Нет, нет. Но просто технологическая поляна сама по себе настолько большая, что мы, ну, не надо ставить себе цели быть успешным везде. У нас есть направление, в которых мы либо очень хороши, либо лучше. И вот там мы продолжаем дальше развиваться. Ну, прикладные вещи в народном хозяйстве, скажу так, в общем. В народном хозяйстве не приведу, а вот в обороноспособности, наверное, да. Давайте в обороноспособности. Нет, ну это же не на камеру. Полонез вместе с Китаем сделали. Да. Ну, хорошее оружие, хорошее оружие. Ну, электроника там наша. Микрухи китайские, а все остальное наше. Но я вам хочу откровенно сказать, что те лаборатории, которые вот у нас работают, центры исследовательские, ну, мало кто верит, но, например, компания Boeing была у нас заказчиком. Вот я хотел об этом спросить. То есть те лаборатории, которые есть в БГУИРе, вот это, ну, как говорится, спонсоры, это эти фирмы, которые брали ваших выпускников. Каким образом? Нет, у нас есть, во-первых, два типа лабораторий. Вот, есть лаборатории, которые являются учебными, и мы их делаем с, ну, это не спонсоры, мы их делаем с нашими заказчиками вместе. Заказчики, действительно, мы приветствуем, они вкладываются в развитие, или в создание, или в развитие такой лаборатории. Возвращаясь к нашей теме, связанной с трудоустройством, возможно, два формата. То есть первый формат – это филиал кафедры, то есть это когда мы на предприятии, в цеху и так далее. Вот такой формат у нас, например, работает с микроэлектронными нашими партнерами. Это Интеграл, это Планар.
платили. Это, наверное, то, что говорил президент, это своеобразная учебка на предприятии. Да, 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 да. А второй тип или второе направление, это направление, ну, которое больше связано, в общем-то, с программированием. Это IT-компании. Угу. И понятное дело, что там инвестиционных затрат больших нету. Там нету сложного оборудования. Не надо микроскоп условно покупать, который стоит миллион долларов. Но там есть другое преимущество. Там можно расшарить ресурсы. И многие компании, например, через эти лаборатории могут предоставлять доступ к каким-то своим локальным базам технологическим. Uh-huh. И фактически ты, ну, это вот парадокс или наоборот преимущество работы в сфере информационных технологий. Тебе не надо быть физически там. Удаленный доступ, может быть. Да, да. То есть ты одинаково эффективен, работая из любой точки. Сейчас очень... Республики Беларусь. И не только. И не только, да. Вопрос. Развитие информационных технологий, а информационная безопасность, ну, она очень актуальна. Да, поэтому специалистов учат. Нельзя просто подключиться к сети университет. Вот. Есть соответствующая политика информационной безопасности, есть соответствующие правила доступа, есть специально обученные люди, которые за этим следят. Обучает то, что, этих специалистов то, ГУИР? То, что касается подготовки, мы... Да. Создали 3-4 года тому назад. Вот, это было еще как раз, по-моему, в 2019 году мы принимали решение. Создали факультет информационной безопасности. Вот, и потихоньку он развивается. Мы закрываем там несколько уровней безопасности. Угу. Начиная от физической и электромагнитной. Так. И заканчивая кибербезопасностью, то есть прикладными вещами. Есть абсолютно безопасная информационная система? Нет. Это вам, как даже инженеру, понимаете, все вопросы... Я спрашиваю, почему так? Я спрашиваю от имени зрителей. Но. В большей степени для того, что многие считают, что, например, в гаджета или система интернет – это некое что-то анонимная вещь, через которую можно изливать душу, там, хранить свои личные персональные данные и прочее. Это вообще беда. Информационная гигиена – это... Вообще тема, которую надо... Причем она одинаково актуальна и для школьников, и для пенсионеров. Просто они на разных технологических уровнях находятся. Какой-нибудь совет нашим зрителям по информационной гигиене от профессионала? Ну, наверное, как в любом общении, в любом обществе. Всегда думайте, что, где и как вы говорите. Анонимность в информационных сетях – понятие очень-очень относительное. Да и многие люди... почему-то забывает, что нахождение в информационной сети – это, в принципе, общение с людьми. Вот. К сожалению, очень многие теряют угу. человеческий облик. Я бы посоветовал бы не забывать, что вы люди, вот, и человеческий угу. облик терять не надо. Любимая книга у человека, который работает в этих технологиях, ну, практически с гаджетами? Ну, на самом деле у меня там нет любимых книг по работе, они все важны. А то, что касается художественных произведений, mm-hmm. во-первых, я люблю читать художественную литературу, она мне помогает переключиться с одного ритма на другой. Mm-hmm. Вот. Заснуть иногда помогает. В разные периоды жизни разные. Вот. Это там и «Сто лет одиночества», и «Три товарища», Евгений, а в детстве что было? Евгений Онегин, «Мастер и Маргарита». Ну вот, ну, да. Причем это в обратной последовательности. То есть мне условно Евгений Онегин зашел не в школьной программе. Так. А уже когда я был в университете. Вот. Ну, просто так, наложились. Но эти произведения на самом деле раскрываются, когда их перечитываешь в разном возрасте. Абсолютно верно. И ты совсем по-разному их воспринимаешь сразу через призму жизненного опыта, эмоционального состояния. Анна Каренина, «Война и мир» – это все сразу по-другому ты воспринимаешь. Да, да, абсолютно верно. Вот. По жанру, ну, понятное дело, что это фантастика. То есть инженер, вообще не любящий фантастику, я не понимаю, что это за инженер. Ну что, давайте будем разжигать наш гриль. Картошку мы подготовили, сало подготовили, лук мы подготовили. У вас очень технологично все. Ну так я же инженер. Но вы еще являетесь председателем совета ректоров. Да, это выборная позиция. Выборы проводятся тайным голосованием, поэтому это очень непростая тема тоже. Оценивая всю систему подготовки, не только ГУИРа, угу. экспорт нашей науки, экспорт наших технологий, экспорт нашей
преподавательской деятельности. Ну, я имею в виду, вот сколько сейчас к нам приезжают. Ну, приезжает много. На учебу. Приезжает что много. Что пользуется вот, большей популярностью. А, кстати, широкий спектр специальностей. Угу. Вот, например, у китайцев это специальности там, гуманитарного профиля. Вот, поэтому они там больше в экономику, юриспруденцию, журналистику там, так далее. У них инженерное образование собственное в Китае. И естественно-научное образование в Китае очень-очень неплохого уровня. Без этого технологическое лидерство невозможно, понимаете? Китай это понимает, Российская Федерация это понимает. Кроме Китая, это бывший Советский Союз, понятное дело, что ну, там скорее к нам действительно приезжают учиться. А вот дальнее зарубежье? Вот. Дальнее зарубежье, ну, у нас... Ну, страны глобального юга, у нас, Индонезия, да, вот да, это да. Вот у нас была практика, когда учились студенты и... Ну, понятное дело, что... Ближний Восток. Ближний Восток. Раз. Вот. У меня, я там занятия проводил... Ну, у нас есть англоязычные группы, вот, я как раз безопасность там на английском языке вел. У меня в магистратуре был парень из Соединенных Штатов Америки. А в последнее время это Африка. Вот. Но я вам хочу сказать, что в Бугуире был опыт, вернее, есть опыт. Мы даже специальную программу делали для правительства Нигерии. Вот, и готовили группы специалистов. Но было же какое-то время, когда к нам перестали ездить. Было, было, было. Ну, сейчас опять возрождается. Сейчас опять возрождается. И президент мудро очень и стратегически, как бы вот этот африканский континент. И ну, понятно, глобальный юг. Понятное дело, что вот визиты, которые были лично его, это открытие дверей. Раз это там открытие дверей, значит, тогда уже наша задача тут, чтобы эти двери всегда говорит о том, эффективно работали. Да. Я пришел, договорился, вам открыл дверь, а вы, пожалуйста, уже приходите и реализуйте все то, что было задумано. По экспорту задачи определены. Мы сейчас в процессе, поэтому набираем, с одной стороны, так называемый лучший опыт. Так. Вот. С другой стороны, какие-то проблемные вопросы. Садимся, обсуждаем, вносим какие-то рекомендации, решения, предложения. Ну и дальше наш первый помощник министра образования, он очень всегда активно включается вот в эти процессы. Ну и, в принципе, мы же завязаны и на Министерство внутренних дел, и на Министерство иностранных дел вот по вопросам, связанным с экспортом. Хорошо, но есть же вузы, которые не подчинены Министерству образования, но а профильным министерством. Они тоже, получается? Они все входят в состав Совета ректоров. Поэтому, да, у нас и генералы присутствуют на заседаниях Совета. Каждый ли человек, который занимается наукой, может преподавать? Ну, однозначный ответ, что нет. Вот. Есть же известная история там, про двух физиков, Ландау и Лившица, наверное, вы ее знаете. Нет. Когда у них спрашивали, связка была замечательная, одни из лучших учебников написаны вот, именно в соавторстве. Но когда их спрашивали, один говорил, что, вы знаете, в этой книге нет ни одного моего слова, но, говорит, но зато нет ни одной его мысли. Ну, то есть один действительно был генератором. Хотя это очень утрировано. И Ландау, и Лившиц, они и ученые замечательные. Но у одного был просто талант, еще и педагогический. Так. А у второго этого таланта не было, но у него лучше была получалось. Наука. Да, лучше получалось в... Сейчас я подброшу чуть-чуть к нам. Вот. И, соответственно, да, конечно, это для высшей школы, такие уникумы – это золотой запас. Люди, которые могут, способны в науке добиваться результатов. И преподавать при этом. И преподавать – это золотой запас вообще нашего высшего образования. Как вы отдыхаете? На баяне я не играю. Синдром отличника. Не мешает? Одна из высших ценностей – это семья. Бабушке лет. Пасвили, короче. Да, да, пасвили. Вот это именно так. Много талантливых ребят после завершения учебы уезжают? На самом деле нет. Если даже кто-то и уезжает с целью поучиться, то это неплохой вариант, потому что он возвращается с багажом знаний профессиональных и с багажом мировоззрения определенного. Да? Как поддерживаете молодых талантливых? Вот. У нас очень комплексная система. Мы поддерживаем не только молодежь, но и наставников их. Вот пока у нас для этого есть возможности, но вот там за защиту кандидатской диссертации мы платим там единоразовую премию в размере 100 базовых величин.
Поэтому, угу. это университет платит. Это закреплено у нас в нормативных документах, угу. и так далее. Как вы отдыхаете? Ну, самый лучший отдых – это время, проведенное с семьей, с друзьями, но и в моем случае еще с книгой и музыкой. Ну, вот так. То есть, музыкой? Поэтому музыку я люблю. Вы играете на чем-то? Я закончил музыкальную школу. Так. Вот, я народник по образованию, но на баяне я не играю. Вот я по классу баяна заканчиваю. Так. Вот. А немного играю там в свое удовольствие на гитаре, но это бывает очень редко. Хорошо. Отличник в школе. Отличник в учебе в университете. Ну да, у меня красный диплом был. Вот этот вот, как говорят в народе, синдром отличника не мешает или помогает в жизни? Ну, на самом деле, синдром отличника в жизни не помогает. Это значит, что человек всегда достигает результата, который он себе планирует. Негативная сторона этого заключается в том, что жизнь богатая. И когда человек достигает не того результата, либо получает негативный какой-то результат, то для него это может быть серьезным психологическим таким препятствием, воздействием там, и так далее. Вот. И у некоторых это... Некоторых это ломает, да. Ломает, да, абсолютно верно. Поэтому пока стараюсь, чтобы то, что не получается, делало меня и нас вообще, людей, которые меня окружают, сильнее. Для меня там одна из высших ценностей – это семья, потому что это те люди, которые с тобой действительно идут по жизни. Где вы встретили супругу? Вот. В университете. Студенческая семья? Да, не студенческая. Мы к тому времени закончили уже университет. В Гуире? В Гуире, да. Жена распределилась и была молодым специалистом на кафедре, я учился в аспирантуре. Мы поженились, уже работая в университете. Сколько уже лет вместе? 24 года. Вместе 25. Угу. 24 года как женат. Дача, домик? Это все к жене. Она есть дача? Есть. Я говорю, у меня дача у жены, не у меня. Это как? Потому что это ее... А вот прийти там посмотреть, как клубничка растет. Инициатива, заслуга. Понятное дело, что я работаю. Это, кстати, один из способов отдохнуть. Переключиться с интеллектуального... С интеллектуального. Моторика? Моторик, топором помахать, лопатой помахать, поэтому... У нас сегодня грибы-лисички, а грибник? Я нет, жена, да, и причем она такая профессиональная, как я говорю, грибник, то есть она пока... Тихая охота. Она в этом разбирается, а у меня ключевая задача в лесу не потеряться. У вас? Ну, конечно. У инженера не потеряться? Потому что где север, я знаю, конечно. И как GPS пользоваться, тоже знаю. Вот вы там заговорили о хобби, например. У меня тоже есть одно очень интересное убеждение. Находясь где-то в командировке, ты никогда не почувствуешь ни страну, ни город, если ты видишь его из окна автомашины или автобус. Надо ходить пешком. Когда последний раз путешествовали, если можно так сказать? Путешествия ради путешествий давно достаточно, мне даже сложно вспомнить. А путешествия ради целей, деловых, семейных или еще когда-то, постоянно. Вот. По Беларуси очень, я в отпуске не был этим летом, но на выходных иногда бывает так, что с утра выехал, вечером вернулся, и в Беларуси очень много мест удивительных, и к моему, например, стыду, я еще и не везде побывал. Какие-то уголки Беларуси западают в душу? Куда побыли и тянет? Есть вообще очень удивительное место в Беларуси. Это Полесье Белорусское. Я там детство провел, поэтому у меня там очень уникальные воспоминания. Во-первых, это вообще отдельный кусочек Беларуси. Детство проводили у бабушки или? И так. Вырос на Припяти. Так, то есть на том же Полесье? Да. Я в Мозыре учился в школе. Угу. Родители в Мозыре живут до сих пор. А каникулы я проводил под Полоцком. Это уже интересно. Да, а под Полоцком где? В Полоте.
полоте. Да, у меня там бабушка с дедушкой, ну, уже сейчас лежат на кладбище похоронены, вот, а жили, здравствовали, вот. Поэтому как, у меня в детстве было все: корова, свиньи, вот, телята, куры, кто там еще были, кролики, нутрии, ну, понятное дело, картошка. Бабушка, дедушка привлекала. Вот, конечно. Внука. Да, да. Ну, отец, у отца семья очень большая, там 7 детей было у деда, и отец младший в семье. Вот. А я старше у отца, поэтому я такой старший из младших. Да. Ну, нас тоже трое. Было весело, там, больше 20 внуков. Ого. Вот, которые собирались, да. Ого, да, так это целая армия. Да, и вы представляете, ну, то есть бабушка с успехом справлялась с самой главной задачей, да, чтобы эта армия была занята. Вторая задача была накормить, да, поэтому ели в две смены. Сначала ели взрослые, потом ели дети, и вот там все было... С детства блюдо. Да. Какое было у бабушки любимое? Блины. Блины. Причем... Бочанка? Не, оно не разное. Во-первых, блины и на молоке, так, и блины на кисломолочных продуктах. Я и те люблю. И те, все зависит от компании, настроения, вот, и того, ну, с чем эти блины едятся. Вот жареная картошка – это самое такое, наверное, простое и успешное блюдо, ну, у многих белорусских семей, мы тоже не исключение. То есть я вас не удивлю, вот, если мы сейчас сделаем жареную картошечку с лисичками, сальцей и стакан хорошего кефира. Ну, с лисичками это будет удивление, а жареная картошка с салом – это то, что надо. То, что надо, да. У бабушки летом коровы были, все было. Пока я подрос до того, чтобы косить, уже дедушке стало, ну, сложно, и корову отдали в совхоз. Вот, но выпас, да, то есть... Пасвили коров. Да, да, пасвили, вот это именно так. Да. Полоцак, Новополоцак и пасвить коров, да, это говор именно оттуда. Полоцак, Новополоцак. Да, да. В обязательном порядке, ну, понятное дело, что деревенский дом, печка, значит, дрова наколоть, вот, ну и потом сложить в поленницу. Нам надо еще жарить, у нас как-то маловато. Ну, так, так что будем колоть. Вот топорчик. А вот эти. Вот. Ну, это ж тресочки, понимаете? Да, не, ну, понятно. Но нам надо, чтобы они быстро. Поэтому хорошо. покажите. Хорошо, будем. Ага, так у вас тут дрова хорошие. Да, это лиственные. Ну, я вижу. Так что аккуратненько. Вот какая красота. Сюда же. Так, отлично. О! Я чуть-чуть похозяйничаю, пока гостеприимный хозяин отошел на пару минут. Замечательно получается. Хотя у меня это первый опыт, я казанник. Никогда не готовил. О, как у вас хорошо могу получается. Мастер-класс. Ну, извините. Так, ничего, сейчас мы подсолим. Надеюсь, подсолим, первый блин, надеюсь, кому-то да, не будет. Да нет, все будет великолепно. Так. Не солили без меня? Нет. Отлично. И лук мы сейчас сюда отправим. И отправим мы сюда лук. Да, уже можно. Так. Вот этот лучок, что мы... Вот так. Он сок как раз даст. Да. Так. Ну, у вас хорошо получалось. Ну, есть, продолжим, да? Да. А мы что, зелень будем нарезать? Да. Салат белорусский. Так, я предлагаю резать крупно. Патенты. Ну, много? Есть. Нет, немного. В Гуире? В Гуире у меня 15, а в Гуире... У вас 15? Да. Один евразийский. Ого. Вот. По способу электромагнитной разведки недр земли.
Ну, это же известная технология на самом деле. Вот. Тайну приоткроете или нет? Ну, она очень широко используется в, прежде всего, в нефтедобыче, в газодобыче. Сейчас мы совсем немного патентуем, этому есть определенные причины. Вот, патенты, они же обеспечивают защиту изобретения на конкретной территории. И на конкретное время. Или да, нет? Да, да, и на конкретное время, абсолютно верно, да. То есть там база данных американских патентов, она же абсолютно открыта, то есть ты можешь использовать... Через некоторое время. Она открыта сразу. Сразу. Она открыта сразу, ты можешь использовать эти решения, ну, сразу, как только их публикуют, потому что там, я уверен, что так же, как и у нас, есть ряд решений, которые не публикуются. Вот, и которые имеют ну, прямое отношение к национальной безопасности, к национальным интересам. Но ты либо используешь эти решения бесплатно, либо ты платишь за патентный использование. Взрослый, да, вот. Да, 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 да. Вот, но мир же меняется. Сейчас абсолютно не обязательно патентовать для того, чтобы держать технологии в своих руках. То есть яркие примеры, когда по интернету оборудование контролируется, и как только ты его от интернета отключил... Да, MAC-адрес и все, все остальное. Оно тут же останавливается. Да, оно тут же останавливается, да. И все. Да, поэтому... Либо в программе исходный код и прочее, прочее. Ну, иногда это заложено технологически, иногда это человеческий фактор. И это все тоже аспекты информационной безопасности. Ну что, у нас, по-моему, все уже готово. Будем угощать, потому что в приготовлении самое главное не попробовать. Самое главное угостить. Ваш стакан. Приятного аппетита. Да, за Беларусь. За Беларусь. Пробуем, 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 пробуем еще раз. Ну как грибы? Хорошо. Удались. Да, все. Все так, как положено. Вадим Анатольевич, так, большое спасибо, что к нам приехали. Так вкусно, что я сейчас... Ради бога, пожалуйста. Спасибо, что вы к нам приехали, нашли в своем графике для нас маленький кусочек времени. Я надеюсь, что вы с нами тут и отдохнули, и посвятили нас в тайны своей науки. А теперь рецепт жизни от Вадима Богуша. Но рецепт жизни очень простой. Цените друзей, любите семью, любите и защищайте родину. Занимайтесь любимым делом. Это был рецепт жизни от настоящего белоруса Вадима Богуша. Давайте стрелки.